Гала-концерт молодежного конкурса «Рокета». На площадке у легендарной ракеты-носителя «Союз» молодые исполнители рок-музыки показали, на что способны. 6 музыкальных коллективов Самары – достойнейшие из 25 рок-групп, которые подавали заявки на участие в конкурсе. Все очень разные, ни одной похожей команды. Альтернатива группе «Ранетки» девчонки из «Тетрис» доказывают – рок-н-ролл – это женское дело. За счет того, что мы девочки, за счет того, что на нас изначально обращают внимание, то, что все ожидают каких-нибудь там, ну, смазливых, чего-то такого мягкого, но мы ломаем это полностью. Стереотипы ломали и брутальные «King Spirit» – черные одежды, лиричные песни. И просто музыка, понятная без слов и приходящая из космоса. Берется инструмент. Берется в руки. В эти руки приходит откуда-то музыка. Она приходит в руки и идет через инструмент. Музыканты выкладываются по полной. Мастерство оценивает жюри высокого уровня. Председатель – легендарный рок-музыкант Сергей Галанин, основатель и бессменный лидер группы «Серьга». Должно быть все как-то гармонично, искренне. То есть, когда люди выходят играть рок-музыку, это должно быть, особенно на улице, должно быть задорно, громко, с чувством. Нужно как-то понимать, что ты делаешь. Это делается не для, наверное, не для публики, не для жюри. А это делается потому, что никто, кроме тебя, это сделать сегодня не может. Победитель фестиваля «Рокета» получит уникальную возможность проникнуть в святая из святых за кулисы международного фестиваля «Рок над Волгой». И возможность побывать на саундчеках профессиональных групп, сфотографироваться, может быть, даже подглядеть их какие-то секреты, как они настраивают оборудование, как они выстраивают инструменты, голос свой. Это им поможет в дальнейшем. Первое место разделили два коллектива. Sound Therapy отправится за кулисы фестиваля «Рок над Волгой». Группа Chicago Band получит сертификат на запись и ротацию видеоклипа на телевидении. Всего доброго. Хай живе рок-н-ролл! Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, ГИС «События».